Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить домашний йогурт. Молоко доводим до кипения, затем убавляем огонь до минимума и кипятим минут 20. Затем выключаем огонь и даем молоку остыть. Молоко должно быть чуть горячим. В стакан кладем 1 столовую ложку йогурта, можно взять магазинный йогурт. Добавляем немного молока, размешиваем и эту смесь добавляем в кастрюлю. В кастрюлю ставим духовку разогреть до 50 градусов, не закрывая крышки, где-то на 4-5 часов. Как только молоко заквасилось, достаем из духовки. Мне нравится более густой йогурт, поэтому сверху йогурта я кладу чистую ткань. Оставляю где-то на пару часов при комнатной температуре. Затем под кастрюлю я ложу поддон и ставлю в холодильник на ночь. За ночь стечет вся лишняя жидкость. Вот такой йогурт у меня получился. Приятного аппетита!